А вы знали, зачем паукам нужно электричество? Клей, которым пауки покрывают нити паутины, не просто удерживает пролетающих насекомых. Благодаря своим электростатическим свойствам он способствует еще и тому, что нити паутины сами вытягиваются к насекомым, которые в процессе полета и трения в воздух накопили на себе статический заряд. Неважно, положительный или отрицательный. Также было обнаружено, что клейкие спирали паутины деформируют электростатическое поле Земли на расстоянии нескольких миллиметров. Могут ли насекомые, например пчелы, заблаговременно чувствовать эту деформацию и корректировать свой курс, чтобы не стать жертвой паука, еще предстоит выяснить. А как считаете вы, полезна ли была эта информация? Если это было так, напиши об этом в комментарии, подписывайся на канал. До новых встреч!